Всем привет! С вами Санулик Красотуля. Так, чем мы будем? Начистил я картошку, ставил сковородку чугунную, сейчас масло нальем. Со мной отец, Буська, тащится. Откроем. Так, пока сюда выберу. Маслица ливанем. Так, еще маленько. Пускай маслица. Все, поехали. Сперва пучок. Быстро. 2,5. У нас руки чистые, картошка вымыта. Поехали. Так. На хорошем сегодня. Чего ты у меня укатился куда? А то у меня укатился. Ну-ка. Помельче, по-хорошему. Картошку. Ну-ка. Ой, лучок. Так. Кто-то звонит. Так, продолжаем шинковать картошку. Ой, лучок. Сходил надо было. Кое-кто приезжал. Раз я зашел, помыл руки, конфорку выключил, выключался, заново включил ее. Все, лучок сюда, картошку. О, пойдет. Сейчас разытаем. Угу. Нормально. Булочка. Буська. Ага. Пойдет. Чё? Чё там это? Не? Так ты постели этот пакет-то. Заодно там мусор собрал я. Собирает он с Буськой. Что делать еще? Так, вот. Почистить. Вот так. Есть какая. Пусть помаленько у нас обжаривается. Сейчас мы все сделаем как надо. Игрушка. Опять нам Васильевич лежит. Развалилась кошка. Кто-то писал, что нельзя, чтобы кошка на сердце лежала. Да ну, бред полный. Да что ты валишься у меня? Все, короче, у меня туда-сюда это. Валится все. Не собрано. Так. Если бы есть, там и кошка лежит. Ну да. Да? Да что валится все? Что такое? Там торопится. А что ты не видишь, я тебе дала видеть? Кого? Я папе туда. А что у тебя, ножичек что ли? Да. Черный ты ждешь? Конечно. Иди, сейчас я тебе дам. На. Он уже нарезал маленько сахарком. Вот это сахарком. Вот именитель сахара. Вова, иди руки по три кошки помой. А потом режь лимон. Ешь. Да. Понял? А кто? Милуетесь, целуетесь. Где Тошик у нас? Тошик спит в папке. А ну, что-то он шарашился.
Да что ты погибаешь? Тошика, выкормишь и на стерилизацию. Все, хватит. Ну иди туда, иди ко мне, иди. Ну а я что тебе? Что не устаю. Еще не успел ее проверить. Смотрит на меня, идет. Вон зови мамку. О, мамку. Иди ко мне, его нарет, голодный. Ты тоже наговоришь, что ерунду говоришь, что накормит. Ну ты видишь, он проснулся, смотрит на меня. Так ты его подняла с этого, он спал в тапке, ты его притащила сюда, конечно, он на тебя будет смотреть. Он сам вылазит из коробки. Часто ты его притащила. Потому что он по тапке, ему надо по дубой и по выступать. Притащили меня. Правильно, Кирчик. Иди сюда, я тебя поцарапаю. Иди сюда, я покусаю. Так уже он подкусил. Ты его покорми, помой, и он будет вон. Вот. Тебе там масла нет у тебя? Здесь? А что? Вообще там масла нету, я думала, но масла нет. А, ты имеешь в виду, понятно. Что тут масло растекляло, потом у нас масло кончилось. Нет, ты вот это, ты хочешь это, а в эту порежь. Мам, я сам разберусь, как мне что порезать. Я говорю тебе, я с тобой разговариваю. Лимончик чистит. Короче, отец чистит лимон, мама руководит процессом. А что ему делать, что ты это Крупная картошка, ее надо будет под крышку. Она долго готовится. Да, картошка, вот эта картошка, которая куплена, она долго варится. Долго варится. Ее можно мясом ложить, и не это. Конечно. Она не разрушится вообще, долго варится. Ну зато вкусная. Да, она не очень вкусная. Она не длинная картошка. Она такая. Картошка такая. Не знаю, какой. Ну, видишь, какая. Зонка, смотри, зонкается. Ну, буквально всегда ему боится. Боже мой, ты вот такая бегала у тебя. Не так все подпугнул. Бегаешь, ему поесть, боже мой, потом ты его будешь есть. Так, дорезаем, солим и под крышку. Они такие твердые, а нынче вот сейчас разбирала вот такие
кухоньки небольшие, вот эти вот я не видела. Все дурацкие делали мне. Ну, не мягкие тут хлеба. Ну, взяла, потом делали мне. Что-то мне не хлеба. Лимона, что ли? Мякоть сегодня моя попробую. Там не малиночка. Хорошо разбирает. Нормальная лимоночка. Ой. Лимоны. Что, кисленькие? Ну, лимоны и должны быть не, не сладкие. Лимоны, ой. Калюка. Ну, точно. Да что ты мне говоришь? Штука такая, Анита. Не сильно просто, не фантастура. Ну, вроде бы они не горчатые, но те, которые... Скоро толстая, они какие-то горчат. Ну ладно. Ох, сколько много. Уже не войдет там, наверное. Войдет у меня все, у нас же ужарит сейчас. Подкрышку. Все войдет. Как раз на раз поесть хочет. Так, достаю соль. Достаем мы с вами соль. Чё? Это? Батя, некогда мне, видишь, точилку. Сейчас я. Где я возьму? Конечно, в конце подсолить. И картошка. Сейчас еще подсолю картошку. Все, хватит. Будет пересоленное. Так, крышку. И у нас здесь крышка. Нашел. Не, я вот так вот оно. Все, пусть оно стоит под крышкой. На медленном огне. Пропаривается. Тут еще такая же картошка. Ну а пока картошка у нас жарится. Привезли продукты. Отец все здесь накрошил. Это там угомонилось. Моется, играется. Семейство кошачье. Семейство кошачье. Умывайся. Умывайся. Лягушонок. Так, ладно, начинаем. Начинаем. Периодически будем перемешивать, помешивать. Периодически перемешивать, помешивать. Поехали. Мам, будешь доставать, я тут потом кое-что. Давай, я попросила табуреточку принести отсюда. Ты так и не принес табуреточку. Так. Я буду кое-что. Ну, доставай там. Там доставай, или что тебе доставать? Для котенка нашего.
будет кормить, вот такая Гуша. А, ты первая хочешь ложка. Маму плакать? Нет, специально детская. Сегодня начну его приучать. Все, его надо приучать уже. Он уже больше становится. Ну, все, уже сегодня. Это, у него так, руки. Дальше. Какие? Сыр российский. Сейчас все выложу. Такой сыр. И вот такой вот сыр российский. 180 грамм. Сюда. Так, вот такой плавленый сыр. Такой и такой. Идет колбасный, копченочный. Так, а что производство-то? Изготовитель. Красноярск. Красноярский край один. Это такой же. Так. Вообще-то, не знаю, такой не брали. Три сыра разные. Косичка, тоже производитель. Красноярск, разные производители. Минусинск. А, лежат. Классненько как-то. Минусинск. Да. Классненько. Вот такой. Минчанка, сырок идет, тоже производство, что у нас, производитель белорусский, вот такой вот плавленый сыр. А ты тебе чем? Так, тебя. Вот это окорок минусинский. А ну не сладкое, интересно. А, это творожок. Так. Какие? Видим тебя. Вот такие блинчики. 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 Да. Это минусинский. Так, пока перемешаю картошку. Сейчас я 3 секунды. Лучше, потому что уши больше, чем твоя. Надо ее перемешивать. Мутно. Постоянно. Ага, да. Можно ее перемешивать. Нет, она не разваривается. Она пусть у нас. Это которая разваривается, ее оттуда будет каша. А это нужно перемешивать. Потому что там много, Игорь, на красу туда. Нормально. Ее перемешивать надо. Будет все отлично, будет все окей. Будет все Игорь, как надо. Игорь блинчиков захотел, да, Игорюхин? Микроволновки. Так, все, перемешал. Опять блинчики. Ого, блинчики. Сколько? 200 рублей. 200 рублей за блины? 31 копейка еще. 31 копейка еще. Ага, сколько же тут это? Нет такого. Давай я посмотрю. А я не глаза взяться, я увидела. Стоимость 200 рублей. Абаканские 200 рублей. Идут. Ох, так. Ой. Зефир глазированный. Наш местный. Минусинск. Вот такое кондитерские пранички. Кстати, 240 рублей за килограмм они идут. Здесь получается, ну, 140 рублей пачка вот эта. 140 рублей. Ну, это эти самые, жены, как они. Так. Тоже минусинская с зайчиком. Наш местный производитель. Зефир. О, черногорский, это даже наш черногорский. Да, черногорский. Ух ты, зефирка. Наш черногорский. Так, это что такое? Не знаю. Салфетки универсальные, перо. Перо, здесь салфетки находятся вот такие. Их открываешь здесь. Слушай, мы будем это, мордочку вытирать. Шик. Когда ты будешь видеть молоки. Понятно? Так, с любовью и солнечной. Кашка, засыпайка. Это кашка, для засыпайка молочная. Котейки нашего. Ну, в общем, будем тебя каждый день чему-нибудь. Я начну, да, приучать. Вот такая кашка. Засыпайка. Все идет. Засыпайка. Ой, я как раз раскидаю, что кошаку, что нам белорусская. То деткам, то общем, да. Ребятишечкам это маленькое. Сейчас как раз приготовим. Мука. Мука, молодец, что-нибудь. Мука. Да, она пригодится. Вот такая.
принципе, неплохая, но это никакая не реклама, так как мы с мамой готовим. Она у нас не залеживается. Она да, она у нас не залеживается. Так. Дальше что у нас? Что, тебе интересно? Выглядывай. Я-то тут собутру, а он не так... Зеленушка для готовки. Как раз пойдет. Вот такие помидоры. Черри. Они на веточке идут. Сладкая ягода. Приятно выращена в России. Российская. Мандарины кушать. Витаминчики, мандаринчики. Так, свежие. Выращено в России. Где выращено? Россия, Челябинская область, город Усть-Катав. Вот такие веточки. Веточка УИЕ. Да. Так. Дальше у нас идут вот такие мандаринчики. Получается 200 рублей за килограмм. Марокканские Марокко. Здесь 2 килограмма. Почти на 400 рублей. 393 марокканские рубля. Да? Я взял маркер, мне нужен будет. Маркер пригодится писать. И огурцы Каркунов. Тепличное хозяйство. Получается, так, 450 грамм здесь вес, ну, средний. А, город Новосибирск, производство. Новосибирск. Да, ты смотришь? Ну, конечно. А, все, мы все с этим закончим. Так, а здесь у нас пельмени. О. Я взял вот такие пельмени. Мясом и с чем-то. Категория А, с мясом и томленым молочком. Расторгуевские, да, ручной левки. Вот такое. 800 грамм, каждый пакетик там по 800 грамм. Состоит из говядины, свинины, лук, репчатый, свежий молоко. Питьевое. Вот такое. Вот так, кстати, вот такие рекламируют. Пельмени с говядиной и свининой. Народные есть больше мяса. Так, что это у нас здесь? А-а-а, тоже говядина. Что производство? Производство. Вот, ты это, откуда его? Чем вода? Не знаю я, откуда. Новосибирские. Из города Новосибирск. Так. И вот такие пельмени. Мираторг. Полуфабрикаты мясные в тесте. Подожди, отец, там не... Мне. Так. Пойдемте перемешивать и будем все это мы убирать. Сейчас перемешаем и все мы с вами это уберем. Что тут у нас? Картофан у нас пока зажаривается. Пусть хорошо зажаривается. Вот это приготовление. Ну они ставят. Пусть она у нас здесь протушивается. В принципе, пусть у нас все это готовится. Вот так, вот так, осторожно, сюда же. О, мама там читает. Что? Это вот это вот. О чем? Ладушки тогда. Этот... А что ж вы не написали, что здесь еще и курица находится? Здесь еще и курица находится. Свинина, но здесь еще и курица находится. Так. Механическая балка. Эти успокоились. Сегодня начнем вами... Тосиком заниматься.
откармливать его. Он у нас, кстати, пятицветный, я не раз говорил. Вообще, видите, совсем другая лепка. И тоненькая. Ага. Ладушки, вот этот видеоролик мы завершаем, все это убираю. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Отец покрошил, очистил лимончик. Он получится сахара туда добавит. А я пока сейчас это все уберу, распределю, потом сядем, картошки уже поедим.